вопрос, который рассматривается под хадисом 535. «Хукмуль мугалатиль кафан». Таково постановление чрезмерствовать относительно кафана, то есть покупать его дорогим и так далее. «Фи караха аль мугалатиль кафан». Говорит, в этом хадисе указание на нежелательность покупать кафан за дорогую цену. «Вахат кариха ахлиль ильм аль исрафа фиги». И также ученые считают нежелательным делать исраф относительно кафана. «Валь хадис ва ин лам ясих». И даже если этот хадис под номером 535 является недостоверным, «Факад далла аля наҳи ан залика хадис аль-Мугира ибн Шуъба», то указывает на запрет этого хадис Мугира ибн Шуъба, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Инна ла харрама алейкум укук аль-Уммахат». Поистине Всевышний запретил вам ослушиваться матерей. «Уват аль-Банат». И закапывать своих дочерей заживо. «Уаман ан-Вахат». И не давать людям, а самому у них просить. «Уакариха лакум тыля вакаль». И не любит также относительно, не любит также Всевышний Аллах для вас «тыля вакаль», то есть переносить разговоры людей. «Вакасрат ассуаль» и задавать слишком много вопросов. «Уидаат аль-маль». И что делать? Растрачивать имущество попусту. Этот хадис приходит в Бухари и Муслима и является достоверным. «Во далили ядуллю аля тахрим залика». И в этом довод, в этом доводе, в этом хадисе указание на запрет делать исраф в имуществе. Нам. «И завасали лахат аль исраф от тардир валлаху алям». Значит, запрещено покупать слишком дорогие кафаны, которые входят под категорию исрафа. Ясно или нет?